Всем привет, и с вами я, Тень, и сегодня я тестирую свирепую секиру в игре Pixelgun 3D. Но сначала не забудьте поставить лайк под это видео, а также не забудьте подписаться на мой канал. И если честно, название этого оружия соответствует своему названию, потому что свирепая секира невероятно мощная, и то, что я делал до тестов, это было просто жесть. Да, я все понимаю, но могу перечислить несколько плюсов. Ну, во-первых, это две мощные способности, кража жизни и кровотечение. Да, это может помочь. Но и вдобавок урон по зоне. Урон по зоне просто сумасшедший. Я давно такого не видел, даже у елки нет такого. Ну и еще очень отличительный минус, это то, что она не требует никакой перезарядки. Правда, требуется немного времени для того, чтобы ее закинуть. Но это как бы даже улучшает эффект. Поэтому этому оружию я ставлю 6 звезд. Хотелось бы даже 7 поставить, но 7 это уже слишком. В общем, 3 больших и жирных плюса. Однако у этого оружия имеются небольшие минусы. В основном они касаются джампинга. Джампить с этим оружием категорически невозможно. Я, конечно же, пробовал, но иногда зарабатывал кровотечение, а то и повреждал себе броню. Да, вот это был второй минус, то, что можно заработать кровотечение или вовсе помереть, если у вас мало здоровья. Так что вот вам совет, никогда не джампьте с таким оружием. Ах вы жмоты, даже пройти не дали. Ну что ж, а я все равно благодарю всех за просмотр этого видео. Не забывайте ставить свои лайки и не забывайте подписываться на мой канал.